Привет! Это Дарья Шанс, и сегодня поговорим о здоровой самооценке и уверенности в себе, а также о самопринятии. Когда вы встречаете человека, который по-настоящему ценит и принимает себя, вы можете точно сказать, что этот человек уверен в том, кто он есть, и в той ценности, которую он дает этому миру. Определить термин принятия себя можно так. Это осознание собственных сильных и слабых сторон, реалистичное отношение к своим способностям и уникальной ценности, и чувство удовлетворения самим собой, несмотря на недостатки, прошлый опыт и выбор, который вы делали раньше. А теперь давайте посмотрим на определение уверенности в себе. Это чувство, когда ты веришь в свои личные качества, способности и суждения. И когда у нас есть уверенность в себе, мы доверяем своим способностям сделать что-то. Ну или хотя бы узнать, как это можно сделать. Пытаясь добиться уверенности в себе при помощи своих действий или результатов, вы, скорее всего, потерпите поражение. Потому что есть только один ресурс, где рождается ваша уверенность в себе. Это ваше мышление. Да-да, уверенность берет начало в ваших мыслях. Знаете, что больше всего дает вам уверенность в себе? Знаете, что генерирует максимальную уверенность? Это простое осознание того, что вы на 100% ценны просто по праву своего рождения. И, пожалуйста, не путайте это с той ценностью, которую вы даете этому миру. Это совершенно другая история. Ценность, которую вы даете этому миру, про ваши достижения. И они тоже, безусловно, очень важны. Уверенность всегда рождается там, где есть вера в то, что вы можете сделать все, чего вы захотите. Даже если вы совершаете ошибки или вас постигают неудачи, вы встаете и идете дальше, делая выводы и становясь лучшей версией себя, несмотря ни на что. И помните, что если вы выбрали сценарий жизни, при котором вы постоянно ищете свою уверенность в одобрении других людей, то вы никогда ее не найдете. Вы будете искать эту уверенность в себе всю жизнь и никогда не придете в ту точку, в которой вы действительно сможете почувствовать себя уверенным в себе человеком. И, возможно, вы сейчас сидите и думаете, ну а как тогда мне пробовать что-то новое? Как тогда мне браться за какие-то новые дела, которые я раньше никогда не делал, если я не чувствую уверенности в себе? Но ваша уверенность в себе берет свое начало в вашем сознании. И если вы в вашем сознании решили, что вы уверены в том, что у вас получится то или иное новое дело, то у вас намного больше шансов добиться успеха в данном случае, чем если вы будете постоянно думать о том, что у вас не получится. Получается, что когда вы беретесь за что-то новое, вам нужно опираться на смелость и на мужество. Именно эти два состояния, смелость и мужество, дают вам мотивацию для того, чтобы постоянно двигаться вперед.